Компания «Рыбак Камчатки» свою продукцию привезла по многочисленным просьбам сочинцев. Горожане полюбили камчатскую рыбу и привыкли к тому, что она представлена практически на всех крупных местных выставках-ярмарках. Ну и какой же новогодний стол без таких деликатесов? Выловлена и произведена вся продукция в далеком, нетронутом большой цивилизации Камчатском крае. Транспортируется рыба исключительно в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. На этот раз «Рыбак Камчатки» привез большой ассортимент красной рыбы. Это и лосось горячего и холодного копчения, также кижуч, палтус, нерка и чавыча – королева лососевых рыб. Это деликатес, камчатский деликатес. Специально привезли вот для жителей Сочи. Порадовать жителей Сочи. Представлены в ассортименте и консервированные камчатские крабы, а также копченые осьминоги. Есть здесь и северная рыба – омуль, сик, муксун, которую еще называют энергетическим коктейлем. Мясо этой рыбы усваивается быстро и практически на все 98%. О камчатской икре говорят, попробовав ее однажды, перестанете покупать икру в магазине. Ровные икринки, однако, одной без жира и жидкости. Сорта разные, но вся икра полезная и экологически чистая, впрочем, как и вся рыба. У нас все натуральное копчение. Коптим ольховыми опилками специально для выставки. На выставке можно любую рыбу, икру попробовать на вкус и на соль. В первый же день открытия новогоднего базара у прилавка камчатского рыбака постоянные покупатели. Часто бывало в «Жемчужине», покупали, очень вкусно. Спасибо им большое, что они привозят в наш город такие вкусные продукты. Мне очень нравится продукция компании «Рыбак Камчатки», потому что она выгодно отличается от тех продуктов, которые мы можем купить на сочинских рынках. И я рада, что к новогоднему столу я смогла купить деликатесы для своей семьи. Здесь же на новогоднем базаре можно приобрести все самое необходимое к новогоднему столу. Фрукты, овощи, свежая зелень от владельцев личных подсобных хозяйств. В ассортименте и продукты сочинского хлебокомбината. Проработает ярмарка вплоть до 30 декабря. Время работы с 10 до 18 часов. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.